Всем привет! Этот ролик я решила посвятить людям, кому этим летом море точно не светит. Ставьте лайк, если тоже еще ни разу не купались, и вряд ли это удастся. Будем страдать вместе. И утешать себя всякими вкусняхами. Я вам покажу, как сделать три самых популярных молочных коктейля. Клубничный, шоколадный и банановый. Делаются коктейли элементарно, тем более по ингредиентам тоже все очень доступно. Нам понадобится молоко, мороженое и блендер. У меня он от компании KitFort. Кстати, знаете, кто чаще всего пользуется этим блендером у нас в семье? Как это ни странно, мой муж. Он настолько протащился с того, что блендер это прям зверь-машина, очень мощный. Все, для него это новая игрушка, он практически каждый вечер что-нибудь в нем готовит. В основном всякие вкусненькие коктейльчики. Надо ли говорить, что я безумно счастлива, когда ты сидишь, ничего не делаешь, тебе приносят вкусняшки? Идеально. Ребята из компании KitFort, вот знаете, побольше делайте такой техники, которая нравится именно мужчинам, которая мотивирует их готовить. Это безумно круто. Если что, обзор на этот блендер я уже делала, показывала его в рецепте с клубничной гранитой. Это очень вкусный итальянский десертик а-ля мороженое. Если не видели, обязательно гляньте, ссылку я оставлю. Это прям топчик на лето. Все, а мы начинаем готовить наши коктейли. Поехали. Для клубничного коктейля закидываем в блендер мороженое, добавляем молоко и клубнику. Все, взбиваем. Для шоколадного коктейля точно так же добавляем мороженое, молоко и плитку шоколада. Можно взять темный, можно молочный, можно даже с орехами. Вы не поверите, но банановый коктейль готовится точно по такому же принципу. Закидываем банан, мороженое и молоко. Ну и все. Пробуем. Ой, какой кайф. Это классический клубничный коктейль. Вкусненький, в меру сладкий. Если прям любите, чтобы совсем было сладко, сюда еще можно, например, сахарную пудру добавить. Или мед. Но вот как по мне, вот так вот прям идеально. Очень вкусный. Очень ароматный. Клубничный. Потрясающе. О, божечки. Я не знаю, что сказать. Это очень охренительно вкусный шоколадный молочный коктейль. Он именно такой, какой должен быть. Естественно, что вкус будет очень сильно зависеть от того шоколада, который вы выберете. Я, например, брала темный. А если молочный, соответственно, он будет такой более мягкий. Если шоколад будет, например, с орешками, это добавит дополнительную изюминку. Или можно, например, отдельно даже орехи добавить. И вот смотрите, с такой пропорцией получается очень такой прям насыщенный шоколадный вкус. Поэтому можно взять, в принципе, шоколада поменьше. Он тогда будет более такой мягкий, разбавленный. Штука шикарная. Господи, это так вкусно. Ну, что я могу сказать? Шикарный банановый коктейль молочный. Я пошла это все уничтожать. Всем хорошего вечера. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. О, да. Хотя, стоп. Сейчас. Вот так отлично.